Всем привет, это Портовик, и мы представляем видеообзор UMPC HTC Shift. У нас уже было первое знакомство с этим интересным устройством. Сейчас напомним его технические характеристики и внимательно рассмотрим комплект поставки. Тут даже с виду понятно, есть что посмотреть. Вот такая нехилая коробочка. Итак, перед нами UMPC с большим экраном и неплохими данными. Здесь установлен процессор Intel A110 с тактовой частотой 800 МГц. Показатели памяти вполне сопоставимы с данными ноутбуков. 1 гигабайт оперативной памяти и винчестер на 40 гигабайт. Согласитесь, начинка неплохая. Только что весит эта начинка 800 граммов. Знаете, как это уходить с большого банкета? Внутри приятно, но тяжело. Широкие коммуникационные возможности. Bluetooth версии 2.0 и Wi-Fi. Из минуса заметим не очень долгую работу на аккумуляторе. Здесь установлены две операционные системы. Windows Vista и урезанный Windows Mobile под названием SnapView. Так вот, в режиме Vista UMPC будет работать очень недолго. Но переходим к большой коробке. Итак, какой комплектации нас обеспечил производитель? Хоть тут можно надеяться, что производитель не будет нам навязывать автокомплекты и какие-нибудь ненужные и плохие карты памяти. Коробка в коробке прячет маленькие коробочки. Футляр. Он сделан из хорошего кожзаменителя, снабжен магнитной защелкой. Вещь и правда удобная. Мешочек. Он нужен для того, чтобы переносить зарядное устройство, адаптер и прочие мелочи. Ну, приятная вещица. Вот, кстати, и зарядное устройство с адаптером. Руководство пользователя и прочая документация. Обеспечено занятное чтиво. Расширитель портов. Вот эта вещь, на наш взгляд, отменная, если вы постоянно что-то к своему UMPC будете подключать. Гарнитура. Разъем 3,5 мм. Тут нет кнопки ответа. Многие спрашивают, можно ли по нему звонить. В многомиллионный раз отвечаем. Нет, но можете вставить сим-карту и принимать смс-сообщение. Интересно было бы посмотреть, как вот в это можно разговаривать. Идет по улице человек и говорит в большой кирпич. Подытожим. Комплект хороший, ничего лишнего. А само устройство обладает и минусами, но и целым рядом плюсов. Главный из которых – широкие возможности. Так что людей, которым необходим надежный, мобильный и мощный девайс, этот UMPC заинтересует.